Всех приветствую. Получил я сегодня посылку с Китая. Это у нас спиннинг. Спиннинговое удилище. Уже такое самое заказывал. Джонско называется. Джонско Thunderbolt. Посылка пришла в таком вот виде. Переломана по центру. Ну, почти по центру. В третьей части тубуса. Тубус жесткий, из бумаги. И вот видно линии склейки, так идут, то по этой линии наискось и поломалась. Доставка была ДПД. Такая есть до дома. Ну, я съездил на центр, у нас здесь в деревне, на центр, там забрал, чтоб человек не искал мой дом тут по улицах этих наших деревенских. Съездил велосипедом, да забрал. Короче, к перевозчику-то претензий не имею, не знаю, где это переломано. Ну, будем надеяться, что сам спиннинг, хотя целый. Посмотрим. Получается, что приломали. Уже была одна попытка доставки, но телефон был не при мне, и не созвонились мы, то это через 2 недели обратно сегодня доставили. Вторая попытка — это с Солигорска до нашего населенного пункта 150 километров. Доставка ДПД называется. До дома. Ну, посмотрим, может, целый будет. Даст Бог. Так, вроде бы не слышно, что поломанное. Но это вроде бы. Сейчас распечатаю полностью. Так, и достану. Так вот, переломанный тубус получается. На 2 части. До конца не доломали здесь чуть-чуть. Короче, достаем. Начинаем. С одной верхушечки. Вроде целая вылазит. MH вверх. Я заказывал типа от 5 грамм там для легких блесен, но он такой дубоватый распиннинг. Для джига хорошо сходит, я уже такое же самое заказал, то джиговал. Джигалов когда до 40 грамм где-то так с приманкой. 30-граммовая и приманка с куском, то грамм около 40, думаю, будет. То нормально. Для джига жесткие верхушки само то. Тюльпанчик верхний. Ну. О, подарочек выпал. Интересно, я не заметил сразу. 2 такие вот лярвочки зеленые. На окуня попробуем. Ничего так. На мой ноготь внимания не обращайте. Это я леску со шпули скидываю обычно, когда забрасываю. Прижимаю не этим пальцем к удильнику, а на самой шпуле прижимаю леску, и с ногтя слетая. Так что я его не обстригаю, и получается, что хорошо леска с него слетает. То, что когда обстрижешь, да по самой шипушке леска шморгается, то потом раны остаются. А так, естественно, керамика называется. Палец. Так, достаем дальше. Бляха, неудобно одной рукой. Основная часть целая пришла. Отдал я его со скидками за этот спиннинг $27, 28 можно сказать. Длина его 2,40 и 3 верхушки тут. Одну я достал. Основную я тут достал, сейчас достаем остальные верхушки. Зацепить.
Это потоньше верхушка, гляжу. Видно сразу. Это, наверное, самая тонкая будет. Тоже целенькая. Повезло, тубус сломан, верхушки целые еще. Это у нас М. И третья. А это еще тоньше, это самая тонкая. Это получается у нас М средняя, МH это самая толстая, а это МЛ самая тонкая. Получается так. МH от 8 до 35 грамм, М от 7 до 28 грамм и МЛ от 4 до 21. Нормально. Я вчера у нас купил на рынке спиннинга с тестом от 3 до 12 грамм. То там получается ветер дует, на улице снимаю. От 3 до 12 грамм, то там получается верхушка тоже 2,40 длинный, так верхушка даже толще, чем это. Получается там верхушка толщиной где-то вот так, это вот что это у нас М. Так, у этого вот спиннинга М-ка там верхушка толщины, а М-ка у нас это 7,28. Короче, там получается заниженный тест конкретно. Можно, в принципе, назад отвезти. Но так как это надо ехать в районный центр, назад везти, то на дорогу потрачусь. Доллара 4. Отдал я за его 24 доллара. За тот, что вчера покупал, то... Бог с ним, будем ловить, посмотрим. Там быстрый строй тоже и... Ну, более удобный таки спиннинг. Этот потолще получается, сам основной этот палка вот. А здесь получается толще, а там тоньше. Так что я этот буду использовать и для фидера, для донок, как бы сказать. И для джига. Ну и для заброса. А тот, что вчера купил, типа от 4 до 12 грамм, или то от 3 там, то буду использовать для больше легких приманок. Посмотрим, чем лучше будет лететь. Еще испытаю этот. На легких приманках не испытывал, только на джих. Такие вот тюльпанчики. Неплохие вроде бы. Здесь получается скос, ну, конечно, так себе. И так вот с боков сплюснутые кольца широковатые такие. Ну, для Китая нормально качественные. Это быстрый строй получается. Вот я встаю, пригинаю тут. Не очень так загинается, видно. Быстрого строя. Такая вот очередная наша покупка, приобретение. Уже два штуки таких у меня. Одно, что снастей моря, рыба не ловится. Воды много сейчас у нас на Припяти, то... Слабо рыба ловится. Да и дома делал много, некогда ездить особо попусту. Сейчас вот немного там пчел половим. Посмотрим, да уже освобожусь, то буду на рыбалку ездить. Может на рыбалке, что когда сниму, если ловиться будет. Нормально. Спиннинг целый пришел, несмотря на вот эту поломочку. Так что можно
заказывать. В тот раз то целый полностью прошел и тубус, и спиннинг, а этот раз тубус поломали. То, что возили долго сильно. На этом буду заканчивать все. Всем удачи, до свидания.